С этого перекрестка зебра убежала давно, и знаков здесь нет. Пешеходный переход, как-никак. Народ ориентируется на светофор. Сейчас он главный регулировщик и для пешеходов, и для водителей. Впрочем, если электроника сломается, пересечь дорогу будет труднее всего пешеходу, особенно в таком оживленном месте, возле Северного рынка. Там ребятишки ходят, и бабушек очень много ходит. А у нас инвалидов здесь сколько в этом районе? О-о-о. Конечно, нужно. Там есть, а там нету. Конечно, нужно. Обязательно. Именно здесь не сильно важна, но вообще везде надо носить, я так считаю. В городской администрации специалисты разводят руками. Госструктура, которая занималась разметкой и принадлежала МВД, расформирована еще 30 июня. Отныне заниматься этим должен муниципалитет, а все пробуксовки связаны с передачей полномочий. Главный коммунальщик Абакана Владимир Локтев спешит успокоить. В ближайшее время заработает новая система. И на сегодняшний день мы определили организацию, которая будет курировать или выполнять эти работы. Это наше предприятие муниципальная спецавтобаза ЖКХ. Выйти в город подрядчик обещает уже на следующей неделе, как только придет специальная краска с завода. Кстати, ситуация эта республиканского масштаба, и решать ее, как и в Абакане, должны будут власти на местах. Константин Кравцов, Дмитрий Судариков, новости. 7-й телеканал.